Всем добрый вечер, народ. Приятный вечер. Спустился со второго этажа. И такое сразу на душе легкое чувство. Я не знаю даже, как объяснить. Как будто бы в раю нахожусь. Не знаю, короче, как передать. Сейчас скажу, вы поймете, почему. Пару дней назад мама заказывала с Валберис ткани, тюлей заказывала. Я делал обзор, но мы их не раскрывали. И вот сегодня мама решила эти тюли повесить. И прям эта комната, у нас тут кухня-зал, два в одном. Прям так четко, шикарно получилось. Свет добавили эти тюли. Пространство как будто расширилось. Скатерть другая нужна. Ну, на стол скатерть другая нужна, но... Тоже смотрится неплохо, народ. Сейчас поближе покажу, напишите в комментах. Мама... Нет, это временно. Мама немного переживает, когда я начинаю видео снимать, что дома что-то не так. Угу. Чтобы мама не переживала, напишите в комментах. По цвету. Пока не висели белые тюли, она еще как-то немножко волк, там у нас же ведь обои слегка такие кремовые, подходила. Но это временно. Но единственное, это у нас домишняя льняная скатерть. Ну, придется теперь другую оформлять самой. Ладно, не смотрите на бардак. Единственное, у нас же котенок, Кабор уже снимал, появился. И придется, вот, у нас тюли, как мы говорили, они синтетические, но под лен якобы сделан. Смотрите, качество как под лен, смотрится хорошо. А затем прогладим уже этим пара машиной. Пара варкой, хотел сказать. Пара варкой. Ну, поняли, да? Сколько стоит, мам? Они дорогие, они были по 800 с чем-то, вот 4 метра на 2,50. Это получается вообще недорого. Они разные, смотря какому продавцу попадешь. Единственное, приходится подшивать еще снизу. Тут утяжелитель есть, хороший это низ. Но так как они немножко задевают пол, это не страшно. Другие наоборот же говорят, ну нормально. Но так как котенок, и пока мы его не можем еще укараулить, у него есть место, куда он должен ходить. Но он еще маленький, он там пописит. И вот приходится временно вот так подогнуть низ, покороче, чтобы тюль не попадала. Вот, ну, настолько подогну, чтобы хотя бы она висела вот так над полом. Пусть не будет смотреться, но писить же будет. И тюль, если будет попадать в эту мочу и пожелтеть, не будешь же каждый раз снимать, чтобы стирать. Лучше уж временно пусть чуть, так побудет. Чуть выше, чтобы было. Да, чуть повыше пусть будет, а потом уже он привыкнет, и мы уберем эту наживку. Я руками так наметаю на время. Ну да, все. Низковато получается. Немного. Да, а то он же вот если писает, это как раз попадает в мочу. Из-за этого еще же маленький, что он еще не приучен. Приучаем, но не все сразу. Наш хулиган. Да. А где он? Вот он. Вот так. Белый цвет, конечно, очень освежает комнату. Она встает светлей. Вроде бы кажется, у нас стены кремовые, но когда вешали, были тюли у нас такого кремового цвета. Вы знаете, при ночном включении они казались чуть ли не коричневыми. А почему взяли белые? Потолки-то белые. Все равно это все может подойти. Вот потолки еще надо и люстрочку почистить. Сейчас генеральную уборочку сделать, это да. Вот. Пыль вроде бы убирали, но это... Тут еще народ немножко цвет, передачу цветов искажает вот этот цвет от лампы. Ага, да. Он такой желтоватый. Да, желтоватый. Потом как-нибудь я сделаю обзор этой комнаты это при дневном свете. Это тёплый желтый цвет у лампочек. И оно придает вот более такую насыщенную желтизну. Хотя на самом деле оно более светлое такое, кремовое. Более холодный, например, цвет. Да. А так вот выглядит это совсем чуть по-другому. Ну все, народ, завершай на этом видос. Просто хотел показать, поделиться с вами этим чувством, когда я спустился со второго этажа. Когда висят тюли, шторы, все равно комната преображается. Несколько дней, пока мы ждали новые, они были голые, считай. А многие люди ведь любят совсем без штор окна. А мне кажется, вообще неуютно без штор. Совсем неуютно. А
да, лучше, спокойнее даже как-то, да? Мне тоже надо будет в комнату повесить тюли тогда. Конечно, у тебя же есть свои заказанные-то. Или не тюли. У тебя серый цветом, город серый такой, ты же любишь? Да. Вот, у тебя конкретные есть свои. Ну там пространство сузится. Ничего страшного, тюль будет, а это же ночнушки у тебя такие интересные. Тебе окно надо наладить на чёрт. Сделаем, наладим обязательно. Да. Если кто не в курсе, у меня на канале есть видос, где я показывал, рассказывал, что сижу за компом и бам, слышу треск такой. Оглядываюсь на окно, смотрю, окно треснуло одно. Спустя... Стекло. Стекло, да, точнее. Спустя 2-3 дня ситуация повторилась, треснуло второе стекло. Дом новый, фундамент садится, походу, стекла трескают. И вот нужно будет найти мастера и наладить. Может, и стекло было плохое, все остальные же не треснули, вот только одно. Ну да, может, и качество стекол. Плохое может, установщики было. Как-то неправильно установили. Все, народ, завершай на этом видос. Тем временем тут наш новый жилец, новый уже член семьи уже тянет. Да, Каспер? Где ты там, Каспер? Как-то у нас были до этого, помнишь, коты шотландские? Ой, это шотландский кот же, да? Да, шотландский. Да. Единственное, мы их отправляли на ферму, они там нужны были. Но они не бегали по занавескам, не прыгали, как бы этот не помчался. Но это в зависимости от воспитания, он домашний. Нет, есть коты, котята, очень любят по занавескам залетать наверх. Вот не дай бог, если это такой же окажется. Ну, будем караулить. Тогда шторы не спасешь. Все в затяжках, все порванные бывают. Вон, смотрите, народ бегает, играет. Да. Побежал. Я его вот сейчас обижаю, чтобы приучить к туалету. Моськой тыкаю. Так он от меня уже шарахается. Все, народ. Завершаю. Видос пишите в комментах. Обязательно, народ, просматривайте видео без перемотки и ставьте лайки. Это два основных инструмента для продвижения моего канала. Ваши лайки и полный просмотр видео без перемотки. Тогда система Дзен будет это засчитывать как просмотры и будет продвигать канал и конкретное видео. Все, всем пока.